Друзья, всех приветствую! Сегодня я представляю вам очень интересный автомобиль. Это FAV Destour X80 2020 года выпуска. Цена с учетом скидки 1 239 тысяч рублей. Столь прекрасный автомобиль вы сможете приобрести в автосалоне Ладья Авто. Вся подробная информация в ссылке в описании к видео. Город Уфа в таком белом цвете. Красиво смотрится автомобиль. 2 литра, атмосферный силовой агрегат, 142 лошадиные силы, передний привод, ну, такой кроссовер, чем-то похожий на Финик в предыдущих генерациях. Вот такой ключ, даже солидный, красивый. Так автомобиль закрывается, зеркала тоже автоматически складываются, и так он открывается. В этом обзоре мы детально рассмотрим экстерьер и интерьер этого автомобиля. First Automotive Group, вроде бы как она называется непосредственно в Китае. Вот такой очень утонченный силуэт у этого автомобиля. Или First Automotive Works, как-то вот так называется. Все уж углубляться. Система доступа без ключа, закрываете. Вот так нажимаем на кнопку, закрывается. Как видите, чтобы открыть еще раз, один раз нажимаем. Так. Давай. Нет, или вот здесь, да, у нас сенсор стоит? Или он только на закрытие получается? А, да, вот здесь сенсор. То есть закрыли мы кнопкой, открываем вот здесь сенсор. Здорово. Хром ручки, кожаный салон. Красная строчка идет. Все достаточно нарядно в этом автомобиле. Друзья, не забывайте подписываться на канал. Будет еще очень много интересных и познавательных видео. Ох, сегодня намело снега. Отлично просто. Шикарный денек, минус 6, минус 7. Ну что, вот это чудо китайской техники. Чтобы запустить двигатель, нажимаем на тормоз и один раз на эту кнопку. Все происходит достаточно быстро. Такая эмблема. Ух ты, да-да-да, все красиво прям. Очень красиво. Здесь установлен, скорее всего, гидроусилитель руля. Он как минимум чувствуется как гидроусилитель руля на самом деле. По высоте и по вылету все регулируется. Рулевая колонка, диапазон очень широкий. Кстати, сразу обратил внимание, считывать показания по приборке очень легко. Но полиуретановое рулевое колесо, якобы здесь ставки под перфорацию при местах правильного хвата. Мультируль шикарный. Здесь прибавить и убавить звук. Вот такое сопровождение. Пик-пик-пик. Вот так будет делать он. Переключение между станциями и поиск, соответственно, треков, отключение, различные режимы, Bluetooth. Здесь вот информация, какая будет отображаться на бортовом компьютере. Как видите, бортовой компьютер, установка, язык, запрос состояния, информация о системе. Так все передвигается и работает в таком режиме. Удерживаем и выходим из этого подменю. Здесь активация, деактивация для круиз-контроля и, соответственно, еще некие предустановки. Да, это такой глянцевый пластик, он отражает, как зеркало. Поверхность интересная. Электростеклоподъемники. Вот так до конца они опускаются. Электрорегулируемые зеркала с подогревом и электропривод для складывания. Зажимаю, так все происходит быстро. Здесь центральный замок, блокировка стекол, под кожу вставки, тоже удобная ручка, отключение для трекшн контроля, регулирование угла наклона фар, регулирование яркости подсветки приборов. И вот такой экран мультимедийной системы. Здесь тачскрин, как видите, радио, USB, Bluetooth аудио, iPod, D-Life какой-то даже есть. Baidu Car Life – это приложение, через которое можно сконнектить ваш смартфон. Настройки. Я думаю, все понятно. Здесь, скорее всего, русификация тоже присутствует. Вот так, радио отображается. Можно обои, наверное, настраивать однозначно. Так, sound effect, display, так, brightness. Таким образом. Включение. И отключение для мультимедиа, радио, медиа, линк. Ну, здесь, я думаю, все понятно. Двухзонный автоматический климат-контроль. Регулировка для потока воздуха. Здесь у нас находится. Вот здесь. Активация для кондиционера. Вкол-выкол. И задний погрев стекла. Обдув. Различные зоны. Ноги, лицо и так далее. И рециркуляция. Подогрев сиденья. Одна ступенька. Притом, вот
все переключатели, вот это нажатие и обратный эффект. Очень даже все неплохо организовано. Здесь у нас прикуриватель, USB-вход, розетка, наверное, электромеханический стояночный тормоз. Функция хаус, чтобы его снять, нужно нажать на тормоз и нажать на него, чтобы активировать, нужно просто потянуть на себя. Так он активируется достаточно быстро. Кнопка старт-стоп. Здесь обыкновенный 6-диапазонный автомат гидротрансформатора, либо же доступна на выбор в минимальных комплектациях 6-диапазонная механика. 6-ступенчатая механика. Камера заднего вида. Вот такие у нас линии. Ага, какая-то ошибка еще пишет. Динамические. Прекрасно. И ручное переключение, спортивный режим здесь есть. Так, все работает. Селектор, правда, огромный здесь. Вещевой бокс. Здесь также вещевой бокс. Два подстаканника. Ну и вполне себе такая хорошая полочка, где у нас находится именно вот этот отсек. Удобный подлокотник. Здесь подсветка, но, правда, не диоды. SOS-система AeroGlonass. Электролюк, крыша тоже все открывается. С подсветкой макияжные зеркала. Неплохо. Да, китайские производители двигаются в правильном направлении. В абсолютно правильном, я думаю, со временем. Мы уже не будем смеяться и, скажем, с ухмылкой смотреть китайские авто, потому что вы посмотрите, как сейчас скупают те же самые китайские телефоны. Они наравне конкурируют с корейскими производителями, с Apple продуктом. Да, это настоящий прорыв. И сейчас кто-то даже, я не побоюсь этого слова, копирует китайские авто. Представляете себе? Если раньше они копировали, то сейчас у них есть такие вот приверженцы, которые не против скопировать. Ну что, распределяет нагрузку это сиденье достаточно хорошо. В ногах у меня места хватает, в плечах тоже, над головой прямо в росте в 178 сантиметров. Электропривод для сидения, притом подушка, я бы не сказал, что она короткая. Все регулируется шикарно. Если что не хватает, наверное, возможно, как вариант поясничного подпора. Ну а в остальном все просто шикарно. Датчик света, датчик дождя здесь установлен. Давайте включаем фары, туманки, дальний свет фар, как обычная аварийная сигнализация. И рассмотрим это автомобиль снаружи. По качеству отделочных материалов тоже все неплохо. Здесь мягкий пластик, здесь уже он твердый. Подгонка идеальная, серебрянка, такое двухцветное наполнение. Вполне-вполне неплохо, учитывая стоимость автомобиля. Здесь вот якобы намек на такие дорогие элементы, динамики аудиосистемы, высокочастотные динамики, тоже для штатной аудиосистемы, все звучит прекрасно, не придраться. Здесь открывание непосредственно для капота, вещевой бокс, такой педальный узел, коврики оригинальные, открывание для личика бензобака, такие сиденья. И вот здесь у нас рекомендация по давлению в шинах, 215 на 60 профиле, 17. Вещевой бокс, хороший уплотнитель. Я считаю, что для китайского авто шумоизоляция вполне-вполне достойная. Посмотрите, сколько хрома они не жалеют. Вот такое хитросплетение идет вот сюда, рейвинги, декоративный спойлер, интегрированный диодный стоп-сигнал. Неплохо. Вот бы еще добавить панорамную крышу, такой миниатюрный рычаг бензобака из черняшки, то есть это даже не пластик, 92-й можно заправлять без проблем. Вот такой второй ряд сидений. Он достаточно комфортный и уютный. В соотношении 60-40 складывается, и софикс имеется. И, соответственно, у нас крепление для детских удерживающих кресел якорного типа тоже. Откидной центральный подлокотник, притом он достаточно широкий. Как видите, очень даже большой. Ну, а теперь сядем на второй ряд сидений. Благо, что посадка к этому располагает. Даже человек рослый, без проблем. Смотрите, сколько места в ногах остается. Над головой еще довольно приличный запас. Здесь у нас находятся вешалки и подсветка вот такая. Жалко, что, правда, не диодная подсветка. Даже вот такая у нас есть тема, кто у вас подсвечиваются вот эти буквы и словосочетания. Неплохо. Вещевые карманы с обеих сторон. Практически идеально ровный пол, но нет воздуховодов. Вот здесь какая-то выемка, видимо, под что-то, под топовое исполнение. Нет подогрева сидений, ни массажа, ни вентиляции. Как-то так. Вот такая интересная тема по интерьеру. Вполне себе самобытная и красивая. Обзорность назад хорошая. Учитывая, что камера есть и датчики парковки, регулируемые подголовники здесь. И посмотрите, вот эта вот стежка мне очень нравится. Видите, вот здесь именно где линия у вас с позвоночника проходит, вам прорисовали. То есть вот сюда нужно вот так сесть, чтобы позвоночник стал ровно, наверное.
и вот перфорация такая классная. Сидушки, да, действительно, вот внимание к мелочам здесь уделяется максимально, и это радует. Давайте посмотрим, какое же багажное отделение. Вещевой бокс, динамики аудиосистемы, вот здесь электростеклоподъемники. Выходить, заходить достаточно удобно. Такое диодное, красивое даже наполнение смотрится потрясающе, особенно ночью. Подсветка номерных знаков, диоды, порадовали меня. И здесь у нас находится, как видите, камера заднего вида, задние датчики парковки, раздвоенный выход, как надо, и проушные буксировки. Давайте вам продемонстрирую немножко заднюю подвеску этого автомобиля. Сейчас посмотрим, какое багажное отделение у этого ФАВа. Электропривода здесь нет, ручной труд применяется. Что касается ЛКП, все достаточно крепкое, чисто вот визуально и на ощупь. Я уверен, что особо гнить они не будут, потому что, понятное дело, первый автомобиль, когда еще только китайские производители начали осваивать российский рынок, там были казусные ситуации и моменты, когда все-таки что-то где-то отваливалось, подгнивало и так далее, спустя даже там полгода. Но сейчас, понятное дело, что они идут оцинкованные. Качество ЛКП подтянули, краска совершенно другая, поэтому переживать не стоит. Здесь у вас крепление для такелажной сетки, подсветка. Здесь видимо, должна быть розетка, но как-то ее убрали для замены лампочек, скорее всего. И вот здесь у нас, как видите, полноразмерное запасное колесо, домкрат, инструменты, вот, проушина для буксировки. Вот так все аккуратно закреплено, отбалансировано, видимо, с завода уже. Шикарно, не придраться. Еще надписи различные. Слушайте, я прям вообще приятно удивлен с утра видеть такой классный автомобиль. Две удобные ручки, чтобы закрыть крышку багажника. Такая красота. Это хитросплетение по крыше. Смотрите, эти такие линии. Ох, это просто чарующий момент в этом автомобиле. Диски стоят здесь 17, 215 на 60 по периметру автомобиля. Установлен защитный пластиковый обвес. И, конечно же, шумоизоляция здесь на каком-то космическом уровне, учитывая, что это китайский производитель. Они ее допилили просто идеально. С разных ракурсов продемонстрирую вам интерьер этого автомобиля. Здесь детский замок, фиксатор для положения, чтобы дети не смогли открыть автомобиль изнутри. Также бесключевой доступ. Прям все шикарно. Все из премиум класса. Смотрите на мясистость этого профиля. Ладно, мясистость. Они действительно удобные. Удобные кресла. Получается, здесь будет красная подсветка. Такие дефлекторы по вентиляции, предупреждения. И все-таки не так сильно бьет в нос этот запах фенольного пластика, дешевого, диодные указатели для поворота. Хорошая обзорность, датчик света, датчик дождя. Понятное дело, по умолчанию здесь имеется. Можно сказать, двигатель работает идеально, вообще не слышно. Светодиодные дневные ходовые огни, линзы, галоген. Вот такая огромная эмблема ФАВ. Здесь, скорее всего, будет кочерга, да. Сейчас ее поставлю. 16-клапанный мотор стоит. Variable valve timing. Изменение фазы без распределения. С различным предупреждением. В принципе, доступ ко всем узлам и агрегатам реализован хорошо. Стальная защита картера стоит. Короб для воздушного фильтра. Здесь у нас предохранитель и реле. Такой АКБ, аккуратно запечатанный лямбда замысел. Аккуратная крышечка. Да, здесь все-таки гидроусилитель, да, потому что бачок для запаха кондиционера, стеклянная жидкость. Да и по навесному, я думаю, особых проблем в автомобиле не доставит. С поперечным расположением силовой агрегат. Все, что атмосферная тема, я думаю, что она будет катать достаточно долго и успешно проживет веселую жизнь, это точно. Остальные все элементы аккуратно прикрыты. Неплохо. И здесь у нас, соответственно, шумка стоит и некое подобие резинки, чтобы не летела грязь в капотное пространство.
Поставляю. Да. Открываю. Сейчас вам продемонстрирую переднюю подвеску автомобиля. Действительно, меня удивил этот ФАВ, этот 80-й. Есть на что обратить внимание, как внутри, так и снаружи. Очень даже привлекательный автомобиль, учитывая стоимость. Стоит попробовать однозначно. Будет выделяться в потоке. Потому что вот это все богатство цифровой электроники будет работать спустя годы. Ну, как минимум, неплохо, это точно. Таких серьезных поломок, если вы полазите по профильным форумам, посмотрите, что это за пироги со стряпленным, китайские товарищи, я думаю, все станет на свои места. На этом обзор завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Всем удачи, берегите себя, всем хорошего настроения. Подписывайтесь на канал, будет еще очень много интересных и познавательных видео.